Куда ты куру кидаешь? Там такие ступени, блядь, вверху. И она бетонная, сучка, страшно. Все, давайте дальше куда? Надо дальше нельзя. Можно, конечно, третью подоткнуть. У меня не знаю. Это он зря. Павел Бескрылый, расскажите, пожалуйста, как вы запихали этот камень? То это для чего? Для усиления подвески? Это нет, это для того, чтобы баланс больше. Ага, задели. Пригружать задок, да? Да. Ну понятно. Ты его неплохо пригрузил, я тебе скажу. Будет? А? Будет эффективно, как думаете? Думаю, очень. А особенно на торможении. Блять, вот его и заживало от торможения. Сука. Павел Бескрылый уже прокомментировал это событие. Может, мы дождемся от топ-райдера Барана еще какие-нибудь комментарии нафиг. Нихуя себе. Ел! А где взял такие камеры? О! Пощёль! Ёпарасоте, блядь! Спасательная экспедиция опоздала! Думал тебя спасать, но ты справился, бля! Говорил, блядь, поехали от Селева, а то еще час будем ремонтировать тебя! Говорил, тяжко не надо! Ну ладно, еще две пытки надо! Ты чё дурил, бля? Ну, Паша, ты пока мотоцикл хоть как-то едет, надо уезжать отсюда, бля. Там, Паша, вот тут. Паша, ёб твою кочерышку-то. Ты, Паша, как эта лягушка, знаешь, никогда не сдавайся, да? Не-не, надо просто
просто ближе к ней подъедь, чтобы снять испуг. Да, она как-то оттуда страшнее. Ну, единственное, что может вот та вот небольшая выбоина, которая начала образовываться, уже сбивает чуть-чуть. Но большим ходом, скорее всего, просто залетишь все равно. Не попал. Сука, Билли Болт, блядь. Невесомость наступает, сука. А ты, блядь, левее ступеньки. Да, я чуть-чуть схитрил, бля, и ушел более гладко. Паша, ты дурный, ты не. Да, Паша, не всех дурных война побила. Не поехал бы, а полетел, так знаешь. Хопа!
Ну, меня не, ну, не потянуло. Не потянуло ты это, да? Нет. От штуки ты нормально шел до вот этой вот первой кочки. Ну, а здесь, конечно, надо качнуть успеть, так не врубишься просто. Ты видишь яму, да, бля. Я понял. Так вода нет, толку. Ну. Что, качать? Она коварная, сучка. Так, двухступенчатая пробила. Ей мамка новый купит. Да. Оп, оп, казачок. Почти. Почти, согласен. Но гора сатанинская на самом деле. Да, она такая техничная, офигеть. Для отсаженных пингвинов. О, блядь! Ты знаешь, такой Silent Hill, блядь, приезжаешь и конец дороги, а там он уже экскаватор. Прямо. Прыгаешь и прямо в ковш. Здесь уебать 100%. Здесь такого же нет, блядь, да. Давай выезжаем сюда. Или мы уже к машинам? Да. Ну тогда поехали по прямой. Ладно, по лесу. Ну, по лесу, ладно, давай. Сосок. А?